Телезритель прислал к нам в редакцию видео, как в Енисее сбрасывается какая-то бледно-желтая жижа. Александр Рассадкин снял эти кадры недалеко от своего дома на правом берегу в районе улицы 2 Краснофлотская. Видно, как непонятная жидкость выливается из трубы. Местные говорят, что раньше она принадлежала заводу «Севенит», но предприятия давно нет. И кто же тогда сливает желтую жидкость, непонятно. Жители эти выбросы всерьез беспокоят. По берегу очень часто гуляют дети. Наблюдаем частенько выбросы непонятные, то бензина, то красители каких-то непонятных. Предполагаю, что, наверное, это выбросы каких-нибудь предприятий частных на территории Севенита, которые находятся. Ну и сегодня мы направили это видео в природоохранную прокуратуру, и ответа о начавшейся проверке рассчитываем получить уже через неделю. Кто сливает отходы в Енисей и как это будет пресечено, мы обязательно расскажем в нашем эфире.